Рада приветствовать тех любителей рукоделия. С вами Лариса, и вы у меня в гостях на канале Ларин Фонарик. Сегодня я хотела бы вместе с вами полистать книгу, которую я совсем недавно купила. Мою любимую серию, книгу из одной из моих любимых серий от издательства «Манго» с сюжетами от Вероника Жинджи, или, как в русской версии еще говорят Вероника жене. но э, кто как привык, тот так пусть и говорит. Э, не буду сейчас тут умничать. Давайте просто хотела вам показать очередная э, книга из э, серии вышивальных э, книг. И э, уже не первая от конкретно от вероник да? у нее уже были книги в морской тематике я так думаю что у вероник это как раз одна из любимейших тем э, и детская и э, морская и здесь в этой книге мне кажется они как раз э, создают такой э, симбиоз да и детская тематика и морская тематика и э, сюжеты как раз э, именно такие, какие мы у Вероник любим. Как и все книги этой серии, она оформлена в жесткую обложку. Все, серии, все книги из этой серии, каждая имеет свой цвет обложки. Когда они вот на полочке стоят, они все разного цвета. И вот эта книга, она в таком цвета морской волны, да, что-то между синим и бирюзовым. Вам, возможно, не хорошо цвет передается, но я думаю, что это и не важно. Книга была выпущена в печать в июне 2023 года, так что книга довольно новая, и, думаю, многим будет интересно на нее, в нее заглянуть. Итак, Здесь написаны авторы, чьи фотографии использованы в книге Фабриции Бес и стилистика Сони Рой. Вот, ну и на первой странице, на первом развороте, таком уже стоящем, да, как раз описание всех сюжетов, которые находятся внутри этой книги. Вступительное слово от Вероник, которое желает всем приятной вышивки. Каждый сюжет, который представлен книге, по традиции имеет свое какое-то описание или то, чему посвящен этот сюжет. Где-то это какие-то рецепты, где-то это какие-то стихи, песенки или какие-то истории, наверное, из жизни. Я этого не знаю. Французский я не изучала и не изучаю, поэтому вот буду рассказывать только то, что конкретно знаю. Да? И вот на первый сюжет такого сэмблерного типа в очень красивых таких оттенках сине-бежевые оттенки, сине-песочные, то есть очень-очень такой, я бы сказала, по цветам лаконичный, но и очень стильный. Он имеет название ⁇ Морские принты ⁇ Я думаю, что имеется в виду, что э, традиционно, что мы обычно да, привыкли видеть на э, морских сюжетах или на тканях с морскими сюжетами, или на вышитых сюжетах, то есть парусники. Э, 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 Майки, лодочки, какие-то водоросли, чаечки, прибрежные деревни, городки. И вообще книга называется ⁇ Пляж ⁇ Пляж или у моря, да, как-то так переводится вот это вот название. Вот. То есть, и, соответственно, и все сюжеты внутри книги, они тоже в этом стиле, в этом плане вот такой вот красивый сюжет. Мне очень нравится вот это вот растение, такое колюченькое, да, это не чертополох, а какое-то другое растение. И вот тут бутон этого растения тоже представлен. Мне очень нравится. У Вероник уже были сюжеты, я знаю, мне очень нравится один сюжет, где у нее фонарик и вот, вот это вот растение, такой бирюзовый фонарик. Следующий разворот называется черноголовые чайки. Это именно как раз вот эти вот, я думаю, красавицы. Именно они называются черноголовыми чайчиками. То есть такие темно-коричневого цвета у них на головах пятнышки и на шейке тоже такая полосочка темная. Поэтому они так и называются. И вот тут вот как раз вот в этом баннере тоже <laughs> такая чаечка в профиль. Э, сюжеты, э, я бы не сказала, что огромные, да, но они обычно трудозатратные, потому что очень много таких мелких группок э, крестиков у Вероник в сюжетах. Э, минимум бэка, чисто такие, такой контурный он у нее бэк, но, э, в общем... Все как у Вероника обычно, и сюжеты, конечно, потрясающие. Вот этот вот сюжет с этим заборчиком, с дорожкой на пляж, да, вдалеке. Виден маяк, утес, чайки, в общем, все, что мы любим обычно на море. Следующий сюжет, следующий сэмплер у нас называется На заброшенном пляже. Это, наверное, как раз те вещички, те... Сокровища, которые мы можем увидеть именно на, на безлюдном таком пляже, на, там, где обычно люди э, мало бывают, потому что на людных пляжах обычно много ракушек целых не найдешь, да, их обычно сразу э, кто-то находит. А тут вот такие э, тежики, да, такие э, подвесочки в виде сэмплера, ну, конечно же, их можно и э, сделать куда-то по отдельности применить. Следующий разворот на нем как раз растения, которые обычно у пляжа мы видим, да, у берега на каких-то вот таких песчаных заносах растут растения. И в данном случае этот сюжет называется, вообще этот сэмплер называется "Летняя прогулка". Но, наверное, имеется в виду, что летом недалеко от пляжа можно увидеть из растительности. И смотрите, какой чудесный тут маленький зайка. Давайте поближе вам сюжет покажу. Он стоит того, кто любит ботанические сюжеты. Я думаю, что это вот как раз тот сюжет, который и вышивание которого, и потом уже готовый результат будут очень радовать. Мне очень нравятся и вот эти вот улиточки, и вот этот зайчик, ну и цветочек вот этот вот, мне кажется, дикий лук цветущий. Ну, я вообще не очень разбираюсь в растениях, но мне сюжет очень понравился. Следующий разворот у нас идет под названием, если ты пойдешь искать приключения и неприятности, то ты их найдешь. Что-то в таком плане, конечно, по-русски это как-то длинно звучит, но я думаю, что понятно мысль, которую хотели донести. Здесь какие-то вот эти вот, мне кажется, домики от каких-то морских животных. Я не буду сейчас умничать, я не знаю, что это за такие штучки. Вот, но очень красивые такие, интересные, да. Я думаю, что в них, наверное, когда-то кто-то жи жил, а когда уже там нет никакой, э, никакого живого организма, их вот можно использовать для декора. Очень красивые, вот они как в натуральном виде выглядят, и вот так вот на вышивке они, конечно, потрясающих таких нежных сине-зеленых оттенков и вот этот верхний вот только песочного цвета мне очень нравится мне кажется на какую-нибудь прикладную косметичку летнюю будет просто шикарно смотреться и вышивается я думаю несложно следующий разворот следующий сэмплер у нас имеет название так выходки с ветром и приливами. Ну, наверное, приключения с ветром и приливами. Что-то в таком плане, потому что перевод не очень корректный через Google. Ну, я думаю, понятно. Тут именно уже речь идет о выходе в море, о каких-то приключениях морских. Да, под, под парусами, ветер, море, приливы. Красота. Очень красивый тут поплавок, или буек это, не знаю, на котором чайка сидит. Мне очень нравится каждая деталь в этом сэмплере. И вот этот парусник с полосатыми парусами. И вот эта вот часть берег, небо, волны. Нет, наверное, это все-таки не небо, а волны прилив. Потому что вот небо там, чуть-чуть дальше и парусник на фоне, на, на горизонте. А вот эта вот штучка, вот этот вот овальный медальончик, его, мне кажется, можно где-то и отдельно от сэмплера где-то применить на какой-то небольшой вещичке. И будет красиво тоже. Уже рамочка как таковая есть. Следующий разворот у нас имеет название ⁇ Все по кабинкам ⁇ но здесь имеется в виду, наверное, как раз вот э, кабинки для переодевания. Я не думаю, что имеется в виду кабины корабля. Это как раз вот эти пляжные домики, в которых можно переодеться. Ну и вот тут есть еще домик э, спасателя, да, наблюдателя. Тоже э, на картинке э, в виде марок. Эти сюжетики э, придуманы в виде марок. Их тоже, я думаю, можно и по отдельности вышивать, но в сэмплере они смотрятся очень гармонично. Очень гармонично, вот по цветам все сочетается. И общее, такое, обобщающим такой, таким, такими деталями являются чаечки. Они как-то этот сюжет так объединяют в одно целое, эти отдельные разрозненные сюжетики. Следующий сэмплер уже в виде не марок, и марок, и открыток, да, какие обычно э, принято было раньше присылать из отпуска. Я не знаю, как сейчас, мне кажется, сейчас э, проще фотографию свою на фоне э, моря отправить, да, чем открытку. Но я знаю, например, у немцев очень принято, и до сих пор многие, особенно старшего поколения, люди до сих пор из э, отпусков любят присылать открытки друзьям, знакомым. И этот разворот имеет интересное название «Одно приключение за другим». Да, приключением, то есть что вот в отпуск, в отпускном, в отпускной поездке обычно одним приключением не обходится, да, каждый день стараешься куда-то поехать, что-то новое увидите. Все дни полны приключений. Следующий сюжет «Сэмплер» называется у нас «Разрешите вас пригласить на борт». Тут уже мы видим лодочки. Ну и, наверное, по вот этой вот тоже открыточке вверху тоже понятно, что это порт, прибрежный городок, где можно выйти в море на лодке или на каком-то паруснике, на, может быть, на теплоходе. Вот. Но в данном случае здесь красивые так, такая вот удлиненные такие сюжетики, которые тоже можно по отдельности где-то на бордюрчиках использовать. И вот такие поплавочки разного вида, и буечки, и лодочки. Следующий разворот у нас имеет название под солнцем. Тут мы, конечно, понимаем, о чем речь. Тут пляж, зонтики, шезлонги, шляпы, красивый пляж с домиками и с морской звездой. К сожалению, не знаю, что это слово значит, но что-то интересное. Мне кажется, такой сюжет тоже отлично. Можно куда-то или на пляжную сумочку вышить, или же на косметичку, на какой-то конвертик для морских сюжетов летних. Тоже отлично впишется. Следующий сэмплер у нас э, такой женский можно сказать, <звык> практически швейно-рукодельный, да, потому что здесь уже мы видим и катушечку с иголочкой, катушку ниток с иголочкой и выкройки э, одежды, купальника, скорее всего. Ну и э, этот сэмплер так и называется, купальники или же, ну, наверное, смотря как перевести, одежда для купания, гардероб для купания. Очень красивые все вот эти вот фотографии. Подобраны всегда какие-то аксессуары, какие-то ткани, ниточки, да, все подходящее. Смотрите, здорово же. Браво фотографу, очень хорошо все сделано в стиле. Но вот эти вот дополнительные материалы они дополняют вышивку, они как-то не перебивают, тоже очень важно, да, чтобы не забили собой вышивку следующий разворотик у нас под, им... под названием день на море тут как раз мы видим интересную такой, интересный такой сэмплер мне очень понравилась вот эта вот полосочка с закрытыми открытыми зонтиками как бордюрчик где то можно использовать отличный бордюрчик вот здесь с купальниками и шлепками вот. но конечно сам вот этот сюжет с каким-то э, таким морским сарафаном, э, этими, как они называются, из исп, испадрилис. Вот эти тапочки такие из жута сделанные, Велосипед, э, пляж. Ну, это, скорее всего, такой вид э, с какого-то пляжного дворика. Да? Прибрежный какой-то домик, вилла, может быть, э, такой место проживания туристов и отдыхающих. И вот калиточка уже прям выходит на пляж. И очень красивые здесь вот эти розовые цветы. Может быть, мальвы, но не буду утверждать. Вот это вот похоже на вьюнок какой-то, а вот это вот может быть даже и мальва. А может быть, это один и тот же цветок какой-то. Но по цвету очень красиво. Мне очень нравится это сочетание голубого, розового и песочного Прям вот красота мне вот этот сюжет очень понравился на следующем развороте мы видим окошки тоже довольно такая популярная в последнее время тема очень многие дизайнеры создают такие сюжеты где или двери какого-то дома, да, украшенные к празднику или же просто по сезону, или же окна. И вот в данном случае здесь у нас два небольших сюжетика с окошками. Ну и э, сам сэмплер называется э, «Виллы у моря», да, то есть такая вот разная немножко стилистика домов у моря. Но, э, как обычно, ставни, чтобы закрывать от солнца, да, и какие-то растения интересные, которые летом оплетают дом. Мне нравится. И мне очень нравится вот эта вот эмблемка. Мне кажется, какую-то мужскую лет, зимнюю... Ой, летнюю. Такую пляжную косметичку или летнюю для поездки. Мне кажется, на, муж, на мужскую косметичку сделать такое вот украшение будет здорово. Следующий сэмплер у нас с домиками и ключами. И он называется «Дважды заперт». Почему «дважды» я не понимаю, но почему-то «дважды». Он закрыт на два замка, да? На два поворота ключа или что-то в этом плане. Но мне, конечно, очень нравится вот этот ключ, полосатый. Он самый большой здесь. Ну и из-за фонарика, конечно же, мне он нравится. Ну и вот какой-то он такой классный. Здесь вот прям много всего на одном ключе, но э, перебора тоже нет. Тут и морская звезда, тут и какие-то рыбки декорационные, и цветочки, и пляжный домик, и фонарик. Все это на фоне такого полосатого. Э, песочно голубого ключа и мне кажется шикарно вот он даже отдельно будет где-то смотреться классно но и в виде сэмплера тоже интересно видите ключ каждый ключ он как-то по стилю подобран к тому домику которому он принадлежит да, здесь есть и фахверк вот такой домик да в разных стилях где-то вот этот, мне кажется, такой более греческий какой-то. Этот более на итальянский похож. Вот этот вот красный, не могу сказать. Может быть, какой-то сицилианский. Ну, очень интересные сюжетики. Крошечные, но, мне кажется, в каждом заложен какой-то смысл. Вот этот вот домик особенно тоже интересный. Мне кажется, тут гортензия розовая. А вот тут вот мальвы. Да, интересно, интересно. Я немножко зависаю. Я думаю, вы на меня не будете за это злиться, потому что я тоже вместе с вами рассматриваю каждый сюжет. Хоть я уже и листала эту книгу, но всегда увидишь что-то то, на что вперед не обращал внимания. Но следующий сэмплер у нас уже посвящен, ой, извиняюсь, еде, морским, тем морским. Жителям, которых обычно <laughs> привычно есть. Тут и креветки, и рыбки, и крапы, и лобстер даже, мне кажется, и какие-то мидии, наверное, я в этом плохо разбираюсь. Я, честно говоря, не очень морских этих всех <laughs> обитателей люблю есть. Я могу съесть там рыбу, камбалу, какую камбалу какую-нибудь, вот. креветки тоже не то чтобы люблю, но могу покушать. Вот все остальное, вот эти вот крабы, лобстеры, это не совсем мое. Вот этот э, называется к столу, да, наверное, такой призыв. Собирайтесь к, себе к столу или за стол. Вот, ну, он красивый. Мне кажется, вот на каком-то э, полотенце для кухни просто здорово. Видите, тут как бордюр есть, да, и плюс основной сюжет можно здорово приспособить именно для кухонного какого-нибудь прикладного оформления. Следующий сюжет уже такой с детишками, да, с, в таком уже в таком плане у Вероник и в старых книгах в предыдущих тоже были сюжеты, где вот и море, и много цветов, и вот эти вот надписи такие в каком-то, мне кажется, в стиле 70-х, даже 60-х. Классный такой сэмплер. И вот здесь вот он в рамочке, мне кажется, на какую-нибудь папку бы очень хорошо подошел, на какой-нибудь ежедневник или, знаете, на какую-нибудь книжку, э фотоальбом, да, морской, воспоминания какие-нибудь оформить свои в каком-то летнем отпуске. Ну, классный сюжет, очень интересный, мне он тоже очень-очень нравится. В таком стиле медитараны, да, вот эти вот домики с тракотными крышами, маяк тут красненький, красивая такая цветочная гирлянда тоже здорово смотрится, ну и детишки с собачкой и с мячиком тоже шикарные здесь. Называется семейный отдых, да, вот как раз о том, что я и говорю: оформить какой-нибудь дневник путешественника такой вышивкой, было бы, наверное, здорово. Следующий сэмплер у нас называется Во время отлива. То есть, это то, что любят делать дети на море да, в тот момент, когда, например, вечером или, например, рано утром я не знаю, как там прилив-отлив, когда бывает. Вот. Но тут видно, что именно дети не в купальных костюмах, а в курточках, кто-то даже в резиновых сапожках. И вот что обычно дети любят делать: или строят какие-нибудь замки, или в лужах запускают какие-то кораблики, которые остались после отлива. Кто-то крабика нашел, кто-то пользуется тем, что ветер запускает морских змеев кто-то рыбачит на мели, да? ну, то есть вот такие любимые увлечения маленьких деток. И классно по цвету, мне очень нравятся вот эти вот желтые акценты в виде сапожек, курточек и шляпок у детей. И классические такие красно-синий, белый, то, что обычно мы привыкли в морских сюжетах видеть классный сэмплер мне очень нравится мне кажется будет на какую-нибудь подушку классно смотреться да такая детская подушка летняя если тем более комната украшена в морском стиле было бы здорово классный сэмплер следующий тоже мне кажется такой очень очень детский на какой-нибудь, может быть, сумочку или рюкзачок для э, детских игрушек, которые обычно дети на пляж берут, он бы подошел именно в прикладное оформление. Э, но можно, наверное, и в рамочку оформить, и на подушечку оформить. Ну вот мне почему-то в голову пришел именно мешочек для игрушек, э, для песка. Этот э, сюжет у нас называется под... Поднимаем большой парус или под большие паруса. Очень красивый. Давайте я вам поближе покажу. Мне кажется, очень достойный такой сюжет. Вот эта вот уточка в, мор в, мор в, это, в, мор в морском таком костюмчике, да? В такой шапочке с помпончиком и вот с матросским таким воротничком. Ну, она просто чудесная. Вот просто где-то отдельно даже ее я подумала, может быть, сделать чехол на ножничке с такой вышивкой. Нужен мне сейчас еще один. Я раньше такие много шила. Даже совместный проект у меня был в Инстаграме когда-то по пошиву такого чехла для ножниц. Маленький с вышивкой. Ну, вот такой сюжет бы подошел. Следующий сэмплер тоже очень такой детский. Но тут уже желтых цветов нет. А классические сине-красные песочные белые оттенки. Тут уже дети плюхаются. Если там было, они собирали что-то. А тут уже, когда дети купаются. Замки на песке называются, или песочные замки. Ну, тут вот именно. Тут и девочка с кругом, которая собирается идти в море. Кто-то уже плавает, кто-то с лопаткой, с ведерком собирается что-то строить. Тоже очень классный сюжет. Вот такой вот, вот когда он без определенной рамки, такие сюжеты мне нравятся на, на наволочках, на подушках. Очень здорово. Ну и последний сюжет, последний сэмплер. Ну, он даже, наверное, здесь уже не в виде сэмплера. Это именно такой ловец снов. И он, наверное, его нельзя уже сэмплером назвать это уже такое одно изделие изображенное, но, естественно, со всеми морскими атрибутами. Тут и маяк, и спасательный круг, и матросская шапочка, и есть и парусник, и рыбки, и ракушки, и даже какие-то вот эти, вот это не знаю, что желтые, то ли цветы какие-то, то ли водоросли перо. Вот тоже то, что обычно в ловце снов обязательно должно быть. Это перо. Даже тут не одно. Тут еще вот одно есть. Синее от чайки, наверное, и еще от какой-то птицы. Вот этот ловец снов, мне тоже кажется, классно. Можно на какую-нибудь сумочку в морском стиле, на пляжную какую-то сумку оформить. И, кстати, можно вышить даже не на мелкой основе, а чуть покрупнее взять на большом каком-то изделии. Будет смотреться здорово. Я сейчас посмотрю, сколько там. Дальше уже идут схемы, да? Я схемы вам вот давайте как раз от ловца снов покажу, потому что мне интересно посмотреть, какого он размера. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Ну где-то сто сорок, наверное, сто сорок на восемьдесят скажем да такой сюжет давайте я вам вот так вот покажу чтобы было понятно то есть схемы э, цвета символьные не все э, не все цвета с символами но э, в принципе более менее понятно раньше у вероник вообще были что знаете без символов просто цвета и было иногда очень тяжело например близкие желтые там различить но здесь вот например те цвета которые трудно различить один голубой от другого, то в них уже присутствуют символы, чтобы это было легче сделать. Да? И без символов остались только те цвета, или которые в одиночном виде присутствуют, или же которые не тяжело от других отличаются. Вот, вот, такие, вот такая книга. Я думаю, что стоящая. Мне очень понравилась. Я давно уже не покупала книг. И считаю, что вот это приобретение очень стоящее у меня было. Я где-то перед Новым Годом ее получила, купила, сделала себе такой вот подарок на Новый год. На этом буду с вами прощаться. Надеюсь, видео было полезным. И вам пригодится та информация, которую я вам... Сегодня постаралась донести. Всем пока и спасибо вам, что заглянули на огонек моего фонарика. Желаю вам всего самого, самого хорошего.